Никто не отменял. Никто. Так что же нам теперь делать? Да, действительно, что нам теперь делать? Ведь мои могут вас взять. Что делать-то? Вот именно, придумай что-нибудь, Фредик. Чего? Я говорю, придумай что-нибудь, что ты? Так я жди, Фредди. Чего? А, ну да, я тоже не Чика, кстати. Правда, Фредди? Да, Чика, ты не Чика, и я не Фредди. А вы не марионетка. Как это? Ну, то есть мы не Фредди и Чика. Да, мы не Фредди и Чика. Правда, Фредди? Так? Да, Чика, так. И, в общем, короче, мы хотим вам служить, наоборот, мы хотим своим не Фокси и не Бонни помочь, и вот... Слушай, вон что они несут? Что? Кто-то что-то несет? А, точно, морковка. Тьфу, как им... О чем ты вообще говоришь? Я тебя вообще не понимаю, что ты несешь? Ну как же это? Вы же Чика и Фредди. Нет! Вот именно, мы не Фредди, и мы не Чика. Правда? Да, мы не Чика и не Фредди. Ну как же так? Я же собственными глазами вас видела. Вы же Фредди и Чика. Фредди и Чика, да. Нет! Мы не Фредди и Чика. Не Чика и Фредди. В общем, мы вам служим. Чё вы нас вообще нападаете? Тоже давать суд на таких, как вы, в суд подавать? Чё там у вас за война? Так мы против вас и воюем. Ну как это против нас? Ну чё вы вообще можете думать логически? Нет. Ну тогда пойдемте, пожалуй, чайку выпьем с валерьяночкой. Хорошо, хорошо. Да-да-да. Точнее, нет, с валерьяночкой. Что они вообще несут? Кажется, у них план. Ну пойдем воевать, что ли? Ну пойдем, кого бить-то будем? Не знаю. Обошли они по клавиатуре. Пойдемте, чаечку выпьем. Ну как же чаечку? Ну что же вы несете? Что вы делаете вообще? У вас это ловушка, что ли, какая-то? Да вы что, не марионетка. Просто садитесь и вот, и давайте вместе лежать. Поговорим о жизни. Подождите, я с вами. А ну убрался с своего места. Я не хочу с этим потным жирным медведем спать. Чего? Мы даже спать не хотели. Я не жирный и не потный. Я просто спать хочу. Что ж, я виноват, что ли? Ну, у меня тяжелое детство было. Я была ребенком, а потом кто-то пришел наподобие этого зайца и убил меня. А я так хотела убить Фредди Фазбир-Пиццу. Я тут не при чем, если что. Да. А у меня было то же самое детство. Меня тоже кто-то убил. И меня. Меня убили первым. Я, кстати, была с тобой Чика, не Чика. Да, и я с тобой была, не Фредди. И я с вами был. А я влюбился в Мангл, в Чику и еще, ой, простите, точно, Чик, той Чику. Ты совсем что ли? Я сейчас как плыву по вам всем, а ну убирайся отсюда, ты. А значит так вы со мной, так? Друг, блин, называется, да я как стану большим императором, да как вас всех перестреляю. Да. Еще меня никто никогда не любил. Я выросла в полном одиночестве. И сейчас, наконец-таки, я унаследствовала... Ой, я забыла припать обратно. Ладно, я признаю! Я убила этого олимпиатора! Что? Олимпиатора? Ну, точнее, этого императора, который правил этой страной, где мы сейчас живем. Это летучая мышь. Это летучая мышь, которая правила. Эй, я еще жива! И вообще, я сейчас как приду тебе быстро всех покажу, кто не хозяин. Ой-ой, кажется, вам не маринетка пора бежать. Что? Но я ее же убила! Повторяю тебе, кто тебе сказал, что убивала? Может быть, это был Бурбатрис-Нес. Короче, я все лечу тебе, все тебе устрою, поняла ты?
Кажется, наша Мари... Наша не марионетка, кажется, улетучилась. Пойдемте за ней. Да, наша другой. Пойдемте! Я здесь! А в это время, в другой стране, куда ни пошли, наши герои. Ты что, не понимаешь, что ли? А? Иби найн, марионетка? Найн! Нет! Мы здесь немецки учим! I'm the puppet. Je suis Джоффри Фазбер Пицца. Я тебе цискалку задолбаю. Я сада уна бамбола. Ты как ты успеешь говорить на непонятном мне языке? Я марионетка. Ты во все стороны, кукла, блин. Давай, просыпайся, соседи, просыпайся, давай. Я соседи с собой, кокосу. Короче, все. Какая серия это? Это вторая серия. Точнее, третья. Третья серия, а четвертую серию просто делаем. Ну, не знаю. Может быть, про то, как Фокси станет императором. Что? Фокси императором? Все, я начинаю на тебя заклятие. То, что, когда ты заболеешь раком, раком заболеешь, поняла? Раком заболею, сейчас приду и что-нибудь скажу тебе раковую. Что происходит? Ку-ку. Ку-ку. Кто ты такой? Привет. Я тебя. Давай дружить. Ой, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты меня сейчас разорвешь просто. Ты такая красавица. Давай дружить. А ты даже страшнее, чем это Дуолаврери. Ня, подпишись на канал, если хочешь, чтобы я к тебе пришла. Няшка. И подпишись. Ну, если ты не поставишь лайк, я к тебе. Приду. Ну, не няшка. Если отпишешься или не подпишешься, тоже. А так мини-смертельные обзоры от смерти. Это палка. Она без кнопки. И она предназначена для того, чтобы кататься. Так, чтобы спеть. Так. Крылатые качели. Подпишись и лайк поставь.